Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы прокачиваем очередную локацию в судьбе. Сегодня это будет Ледяные дебри, одна из недавних локаций, которая была введена. Ну, в принципе, здесь очень интересный герой, поэтому я решил ее качать именно третий. Здесь есть тыковка, она у меня уже прокачана, и Арктика на максималку, потому что я качал героя под архидемона, тестировал, поэтому Арктику пришлось качать и тыковку. Также здесь есть ведьма, которая, в принципе, тоже качается под архидемона, но вот недавно она не так стала часто используема. Ну, одна из имбо-героев — это Махатма, о ней я уже вам, в принципе, тоже рассказывал. Ледяха, которого я показывал, один из топовых гарнизонных героев, который во многих фарм-локациях вас будет спасать. Также Атлантик. В принципе, ему статы нужны, ну там по сути к бафу дойдем, расскажу, тоже покажу. Итак, давайте расскажу так, за тыковку. У тыковки идут базовые увеличения плюс иммунитет к стану на 3 секунды на 12 скилле. В принципе, это очень крутой бонус и плюс после того, как ввели у нас смотрители, убрали у нас свиток. Это очень-очень приятный бонус, поэтому тыковку с данной локации надо качать первой. Дальше уже все зависит от востребованности героев. Например, я у себя там качал бы второй Махатму, если она есть. После того, как предыдущие локации прокачал там некоторых героев. Ведьма чисто под архи по локации, но такое. Арктика тоже, в принципе, особо можно не вкачивать. Ну и Ледяха. Ледяху однозначно я бы тоже качал. Даже, наверное, вторым после тыквы, потому что с Ледяхой, если у вас нету многих героев, можно многие локации налегке зафармить, особенно подземки. Ну, по сути, бульдозер он нафиг не нужен. Вливать в него ресурсы смысла нет. Ведьма 50 на 50. Атлант чисто ради атрибутов и увеличения героя. Так, ну что, давайте поехали с... Начнем с бульки. Посмотрим, что у него там на скеле. У него, насколько я помню, увеличиваются только базовые параметры. То есть ничего такого особенного там нет. Так, отлично. Так, поехали, посмотрим на него, каким он был. 380% дамага, замедляет на 75%, восстанавливает жизнь дружеским героям на 50% от урона. Так, имеет иммунитет. Стан. Так, отличненько. Кого-то не резнул. Понастраивает этих баз, блин. Вот смотрите, именно Минотавра надо убивать первым. Но почему именно Минотавр? Просто жесть. Против Фрейя, конечно, нифига не спасает. Особенно если у тебя нету ее. Ну, единственный вариант — это Ару брать. Так. Одни и те же расстановки. Что-то у меня не прет с противниками, не меняются. Так, Минотавра, блин. Минотавра можно просто убрать, лучше Бигфута поставить, толку больше будет на фарме золота. Так, отличненько, поехали. Добиваем бульдозера.
У Арктики на 12-м там добавляется уменьшение от хила на, по-моему, если я не ошибаюсь, 50%. По сути, это фигня. И кулдаун, по-моему, одинаковый стоит. Или там, по-моему, по кулдауну 5 секунд. 3 секунды держит. Ну, в общем, там не особо, там чисто ради стат можно прокачать. Сейчас посмотрим, что у нас у Бульки. Надеюсь, мне значков почета хватит после прокачки Ронинов. Так, отлично. Еще один герой есть. Так, смотрим. Вот, как видите, только увеличение базовых урон увеличился. 90% замедления стало, 75% от хила. Ничего больше не поменялось. Так, Арктика 370, 3 секунды также. Даун 6. Ну вот, получается у нас на 50% режет от хил. Ну такое, я бы не сказал, что это именно топовое, то что надо, потому что Арктика зачастую просто не доживает. Так, малышник что-то тоже минусуется очень быстро. Жесть, конечно. Как в таких условиях? Вот посмотрите, одни и те же попадаются, и все, пару человек. Сейчас вражеская маха отмашутанет моих, не? Странно, странно очень. Так, ладно, убираем. Ставим сюда кого-то более интересного. Например, рогатку. Вместо минуса Бигфута поставим. Толку будет больше. Да что за фигня? Где все противники? Одно и то же. Пока походу не наберешь 51%, они таки будут висеть. Ну, с бигом стало получше однозначно. Так, поехали. Следующий у нас ведьма. Поехали, смотрим на ведьму. Ведьма тоже увеличивается. Характеристики все от скилла. То есть ничего нового у нее не добавляется, насколько я помню. Чисто ради того, чтобы была силушка, были статы получше, она, возможно, где-то лучше себя чувствовала. Ну и архидемон. Это самое основное. Где сейчас герой использует. Возможно, ее еще, ну, в принципе, невозможно ее использовать на забытой там. Ну, это редкие случаи. В топе она уже не жилец, скажем так. Хотя герой очень интересный. Я показывал разные прокачки. И еще может составить хорошую конкуренцию для многих героев. Так. Там у нас рогатка не восстановлена. Вот отлично, с бигом вообще просто за счастье набирать. Так, смотрим на ведьму. 400%,
Харки, кулдаун 15, 280, 85, 400. И плюс, получается, плюс одна цель у нее. Это, в принципе, неплохо. Если было 5, станет у нас 6 целей. А, так, окей. Добиваем старушку. Ведьмочку. Идем дальше. Самое главное, чтобы у меня значков почета хватило. Так. Отлично. Почти, почти. Махатма. Поехали. Будем копить на Махатму. Так, отлично. Что мы 300% 18 энергии плюс 100% скорости и 75 уменьшения. Поехали. Да, с Бигфутом, конечно, намного проще стало фармить. I guess myself.
bunny, I'm your clock. From now to eternity, I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see. My love is bigger than I thought. I got everything I want when I hold you with my arms. Так, есть. Вот так вот даже не хватило. Придется книги опять докупать. Так, хорошо. Добиваем. +40 + +40 + 2 энергии. Ну, как видите, дальше в принципе ничего не поменялось. Поехали добивать последнего героя. Это Атлант. У Атлантика получается +25 скорости атаки на 12 скилле Bullet. Ну, это такой себе бонус. Самое основное то, что ему добавляют статы. Жизнь, уклонение и прочее. Это плюс тому, что он дольше простоит и доберется до цели живым. Почти 491, это будет нам 3-4 судьбы, нужно 4 даже, чтобы взять 500к. То есть успеваем к выходным, в принципе. Так, окей. Опять значков почета, это жесть. Самый проблемный ресурс уже. 61 книга осталась на бедном аккаунте. Так. Вот так вот, почти 491, вот такие вот герои у нас получились, 59, 220
по судьбе, в принципе, неплохие очки. Надо будет посмотреть, или это у нас максимум. 8, 8, 8, 8. Так, видите, Атлант у меня недокачанный. На Атланте просто стоит пятая ремочка, я ее пока не меняю. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.